Здравствуйте, вы на канале Infok, и сегодня мы посмотрим подборку новых южнокорейских дорам. Вся информация о дорамах есть в описании под видео. 보니까 좀 닮았다. 피가 안 섞였는데 왜 닮아요? Первая дорама называется «Семья по выбору». В дораме 16 эпизодов, в жанре семейной комедии, дружба-романтика. Главные мужские роли сыграют актеры Хван Ин Йоп и Пэ Хён Сон, а главную женскую роль сыграет актриса Чон Чхэ Йон. В дораме нам покажут историю трех подростков, которые не связаны кровным родством, но они росли вместе как семья, поддерживая и полагаясь друг на друга. Первая серия к данной дораме выйдет 9 октября 2024 года. Вторая дорама называется «Хороший или плохой Дон Дже». В дораме 10 эпизодов, в жанре криминал-детектив. В главных ролях сыграют актеры Хён Бон Сик, Ли Джун Хёк и Пак Сон Ун. В дораме нам покажут историю мужчины, который работает в прокуратуре, но его будущее как прокурора совсем не радужное, потому как на него повесили ярлык коррумпированного прокурора. Он берется за дело об убийстве школьницы и начинает ходить по тонкой грани между интуицией прокурора и инстинктом приспособленца. Первая серия к данной дораме выйдет 10 октября 2024 года. Третья дорама называется «Такой близкий предатель». В дораме 10 эпизодов, в жанре детектив-триллер, криминал-психология, семейный драма. Главную мужскую роль сыграет актер Хан Сок Гю, а главные женские роли сыграет актрисы Чхэ Вон Бин, О Йон Су и Хан Ери. В дораме нам покажут историю лучшего профессора Кореи, который сталкивается с проблемой, когда узнает тайну своей дочери, связанной с убийством, которое он расследует. Первая серия к данной дораме выйдет 11 октября 2024 года. Четвертая дорама называется «Чоннён». В дораме 12 эпизодов, в жанре исторический музыкальный драма. В главных ролях сыграют актрисы Син Йеэн, Рами Рен, Чо Ин Чхэ, Ким Юн Хэ и Ким Тари. В дораме нам покажут историю молодой девушки, у которой нет денег, нет образования, но она родилась с талантом к пению. Девушка решает присоединиться к женской театральной труппе, чтобы осуществить свою мечту стать богатой. Первая серия к данной дораме выйдет 12 октября 2024 года. Пятая дорама называется «Тихие продажи». В дораме 12 эпизодов, в жанре повседневность комедия бизнес. Главную мужскую роль сыграет актер Йон Уджен, а главные женские роли сыграют актрисы Ким Сон Йон, Ким Со Йон, Ким Сон Рён и Ли Се Хи. В дораме нам покажут историю четырех женщин, которые являются сестрами. Они продают товары для взрослых в сельской местности в провинции Чола в 1990-е годы, когда на слово «секс» было табу. Первая серия к данной дораме выйдет 12 октября 2024 года. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. И до встречи в следующем ролике. Всем пока.